Блокадный сад не выдержал длительной осады. В металлострое снесли первую очередь участков садоводческого массива. Она вот за линией, он только что мне показывал, что вот проходит вот здесь вот проходит. Будку не должны сегодня были тронуть. Со слов Раисы, ее домик не должен был оказаться на линии фронта городской застройки, но в суматохе все же попал под ковш экскаватора. Блокадный сад, его официальное название — садоводство Нева, появился еще в годы осады Ленинграда и снабжал голодный город яблоками, картофелями, капустой. Теперь его сносят, и, как считают дачники, незаконно. Земля была отдана народу 60 лет назад. На все участки существуют договора 1954 года. По постановлению Совета министров 49 года, выданный за подписью Сталина, эта земля передавалась садоводам. С каждым заключен договор бессрочного пользования. Однако в середине 20 века действовали совсем другие правовые нормы. Сейчас единственный способ попробовать получить участок в собственность – через суд. Но пока иск ни одного из садоводов не был удовлетворен. Земля принадлежит Санкт-Петербургу, и пользоваться ей могли жители до тех пор, пока у города не появились планы на местные огороды. Теперь часть земли займет первая в металлострое станция скорой помощи. Основные больничные все учреждения здравоохранения находятся у нас все-таки в городе Колпино. А Колпинский район разделен двумя железнодорожными ветками московского и ухолстроевского направления. По московской, как вы знаете, ездят поезда «Сапсан». То есть это минут на 40 каждый раз перекрывается железнодорожный переезд. Напомним, снести блокадный сад Центр эффективности пытался еще в мае 2015 года, однако тогда районные власти пошли дачникам навстречу и добились отсрочки, чтобы садоводы смогли собрать урожай. Больше откладывать строительные работы не собираются, по технику уже легли около 15 из 150 участков. Остальным дачникам повезло немногим больше. На своих участках они продолжат выращивать овощи и фрукты, но уже через год бульдозеры появятся и здесь. Все постройки и деревья снесут и вместо них построят начальную школу, детский сад, школу искусств и 3 многоквартирных дома. Администрация района просила губернатора Ленобласти предоставить огородникам альтернативные участки, но подходящих не нашлось. Так что жителям придется подыскивать себе новые дачи самостоятельно. Для поселка с почти 30-тысячным населением, который уже добивается статуса город, иметь садоводство в центре – непозволительная роскошь.